Календарная зима наступила недавно, лед в этом году установился на водоемах поздно, но рыбаки уже открыли для себя сезон зимней рыбалки. С наступлением календарной зимы у сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам становится много работы, и за первые дни декабря уже есть несчастные случаи. Моя коллега Данифа Тагирова сегодня вместе со спасателями побывала на берегу Волги. Лед опасен, особенно в начале зимы. Не устают повторять сотрудники МЧС. Толщина льда на Волге еще не позволяет выходить на реку. Минус на термометрах держится всего несколько дней. На воде лед не больше 5 сантиметров. Однако желающих рискнуть собственной жизнью немало. Лед на сегодняшний день не обеспечивает безопасность. И вот буквально вчера произошел несчастный случай с одним из рыбаков в Цивильском районе. Тоже по первому снегу, по первому льду решил выйти на рыбалку и в итоге оказался в воде. Естественно, помощи не успел ни от кого дождаться и погиб. И в Канадском районе тоже, значит, произошел аналогичный случай. По первому льду наши любители подледного лова начинают выходить, и тоже вот произошел провал под лед. Сегодня поисково-спасательная служба проводит работу по поиску погибшего уже в Канадском районе.